Короче, рассказываю. Это видос про то, как я провела неделю своей жизни в попытках саморазвития. Стать лучше в работе, учебе, здоровье и творчестве. И получила в долю ошибок довольно большую. Вот, поэтому давайте я вам расскажу, как все было. Да, вульгарно у себя позволить. У нас сейчас старень намечается такой, домашек как бы, ну типа, вот. Я решила, что я хочу заниматься всеми сферами одновременно и пахать. Я поставила себе цели по образу жизни, как бы питаться нормально, побольше качать пресс и делать упор на пресс, потому что хочу пресс. Вот, это я сделала в целом правильно. Поставила необъективные цели по работе. Хотела найти себе учеников, но просто забила черт и даже вообще не пыталась. Я не знаю почему, мне просто было впадло. Хотела завести знакомство, завела, но не очень удачно. Но зато я очень много рисовала, и у меня появилась хорошая база работ. А с учебой все в целом было хорошо, но я очень много тратила времени на учебу. Я прям... Это, наверное, и убивало мою менталку, потому что я училась по вечерам, я училась утром, я училась в школе, и просто не успевала, из-за этого плохо спала. Это, конечно, вайб такой, немножечко хардкор студинг, but no, I don't need to study that much. Просто типа двигаться, но надо. Не хочется вставать и что-то делать. Я отвечаю, 90% мне это не понравится. Это типа менее горько, чем айс-латте с молоком, как бы, но без сахара. Вообще сейчас тяжело себя что-то заставлять делать, но надо. Зато я набрала ту базу оценок, которую хотела, и я выучила то, что хотела. И еще начала готовиться к своим экзаменам, поэтому как бы это плюс, это огромный плюс. Могу сказать то, что инсайдов было много. И один из них — это то, что, блин, нельзя нагружать себя ментально. То есть, когда ты представляешь перед собой, что есть неделя на то, чтобы достигнуть каких-то целей, очень необъективных, ты забиваешься. Я иду с художки с кучей работ. Безумно продуктивно поработали. Это невероятно. Болтали с Александром Владимировичем. Я свою картину писала прям супер. Мы сегодня работаем с журналами. Проверять жизнь. И другие. Все, это плохо. Ой, ну мне блин, Серьезно? Ты не чувствуешь себя способным на это. Вместо того, чтобы просто быть расслабленным и просто делать, и сделать столько, сколько ты сможешь сделать. Не могу не отметить, как на это повлияли обстоятельства в мире. Да, тяжело. Но вернемся. Второй. Очень важен баланс, это вечный инсайт, до которого не все доходят, но никто этим не пользуется. Девочка,
баланс, и момент, когда ты его находишь, самый прекрасный. Потому что нужно научиться совмещать отдых и всю продуктивную часть. Потому что отдых, он помогает быть как раз продуктивнее, чем если ты будешь пахать без отдыха. И отдых очень помогал. Отдых, 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 еще раз отдых. Те моменты, когда ты расслабляешься, получаешь от жизни удовольствие, они намного ценнее, чем моменты, когда ты впахиваешь в никуда, потому что у тебя уже нет энергии и ресурсов. А как раз удовольствие дает тебе эти ресурсы, чтобы ты за короткий срок успевал больше. Вот. Эта неделя была довольно тяжкой. У меня проблемы со сном, опять же, из-за учебы, но получилось неплохо.